Үзенең беренче юбилейын ясмагу мөмкинлекләре шикле кешеләрне тернәкләндерү үзәге зур нәтиҗәләр белән каршылый. Әлеге уникаль үзәк безнең шәһәребездә коточкыч юл хәлакәтеннән соң аякка баса алган шәһәрдәшебез Марат Ильясов тырышлыгы белән барлыкка килде. Аның бу идеясен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка битараф булмаган кешеләр һәм оешмалар хупладылар һәм ярдәм күрсәттеләр. Действительно очень рад и счастлив. Сегодня вот подводим итоги. Наша организация уже исполнилась 5 лет. И этот результат, я считаю, очень много сделали. Он благодаря только совместной работе. Только совместной работе при поддержке нашего президента, генерального директора Татнефти, фонда благодарения, всех наших партнеров, дружного коллектива и единомышленников. Я очень рад и бесконечно счастлив, что меня окружают такие люди. И что вот мы все вместе смогли реализовать и сделать действительно такой проект. Бүгінгі күнді өзекті 15 автор тренажері ғам 8 заман чәтірнекләндіру аппараты орнаштырылған. Береді қазіргі вақытта 60 кіші бұшылай шығырләне. Мы вот сегодня собрались, чтобы поздравить Марата и всех работников с 5-летним юбилеем. Да, юбилей он такой небольшой, но за эти 5 лет мы вот с Маратом разговаривали, более 2000 человек получили различные услуги в его центре. На самом деле Марат для Бавлинского района, даже, наверное, можно сказать, для Республики Татарстан, это такая большая находка. Он вообще молодец, инициативный, вокруг себя собрал очень много друзей, партнеров, да, которые через него готовы помочь именно людям, которые нуждаются в этой помощи, людям с ограниченными возможностями, и они получают эти услуги. Марат очень много впереди планов, которые он хочет еще дальше реализовать. Мы, конечно же, его в этом деле, мы его все помощники. Біз енді Баулы районына бек сүйініп келебіз. Мындағы зор ихтияр күшіне ие болған күшлі рухлы кішілерге қарап соқланабыз. Сіздің енді ол районда андай кішілер, Марат кібі кішілер көп деп білебіз. Ескетмелі халбет енді, шондай халда да ихтияр күші табып, шондай тырышылық білен өзінің өзәтлігі білен шошындай оңышларға ерішкен кіші. Маратқа енді келешекте зор оңышлар есен сау болып, мотор еттіріп ішлерге, яшерге ясын. Үзәкнең юбилейына күп санлы дәрәҗәле кунаклар килгән иде. Марат Ильясов аның әнисе үзәкнең коллективына карата бу кичәдә бик күп җылы теләкләр яңгырады. Бүләкләр тапшырылды. Татарстан Республикасының иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиеваның тәбрикләвен аның социаль мәсьәләләр һәм иганәчелек буенча рәисе Маргарита Максимова җиткерде. Я могу сказать, что он дорогой мой, потому что он с отличием закончил Казанский государственный медицинский университет, факультет социальной работы. Я надеюсь, что преподаватели медицинского университета помогли, в том числе для открытия данного центра. Но в первую очередь, я думаю, их заслуга состояла в том, что они не просто помогли Марату, они сами получили удовольствие работать с таким студентом, который не просто учился и говорил, что ко мне такие же требования, как другим, но давал пример другим, здоровым, сильным, ленивым, которые ничего делать не хотят. Қозан қунағы үзәккә ярдәм күрсәтүче партнерларға Татарстан иҗтимагый палатасының рәхмәт хатларын тапшырды. Сәхнәдә чыгыш ясаган һәр кеше үзәкнең бүгенге уңышлары Марат Ильясовның һәм аның коллективының тырыш хезмәте, зур һөнәри осталыгы нәтиҗәсе булуын билгеләделәр. Марат үз чиратында үзәкнең һәр партнерына, дусларына зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Всех перечислить невозможно, но огромное спасибо руководителям организации, сотрудникам, то есть учреждениям. Огромное спасибо, да, на самом деле. И спасибо, спасибо большое. Шулай ук айрым рәхмәтен тормышында терәк булган әнисенә белдерде. Юбилей кичәсе бик җылы һәм җанлы булып бүләкләүләр концерт номерлары белән үрелеп барды. Ойгел Идиатуллина, Артем Артемьев, Баулы телевизия.